И всем привет, с вами Саум, и сегодня будет обзор на одной станции зеленой линии. Да, мы закончили обозревать красную, теперь пришло время зеленой линии. Начнем мы с самого юга, со станции Молодежная. Вот такая у нас станция, она наземная, вот. Я делал что-то типа питерских наземных станций. Вот, на схеме она вот тут, самая последняя. И все, давайте я еще покажу оборотный тупик за станцией. Не обращайте внимания, что одного пути нету, я еще не сделал полностью линию. Вот такой у нас оборотный тупик. И... А давайте я еще покажу эту станцию на этой линии. Тогда мы не поедем, а прилетим. Этот ролик всего лишь на минуту тогда, а я не хочу минутный ролик. Вот тут у нас наземный такой перегон, и тут мы будем спускаться. Спускаемся, и следующая станция у нас Ленинский проспект. А, забыл сказать, Молодежная открыта в 1980-м, и также Ленинский проспект открыт в 1980-м. Вот, давайте сейчас полетим. Там уже виднеется станция, и станция Ленинский проспект. Это такая односводчатая станция мелкого сложения. Вот. Такая простенькая тоже станция. Вот. Находится вот тут. Получается вторая на зеленой линии, вот с юга. Вот такой у нас пол, такой свод. И все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Саум, и всем пока. Пока-пока.